Меня зовут Миша, я приехал из Донецкой области, село Желанное, это возле Авдеевки. Я занимался футболом в Авдеевке, но там очень страшно было. Один дом там сгорел, и мы с родителями решили уехать в Киев. Я здесь тренируюсь в футбол уже, подружился с ребятами. Да, мечтаю быть футболистом, в большом футболе мечтаю играть. В Шахтере. Люблю такую команду, Шахтер.